И здравствуйте! 11 января на дворе. На траве трава. Видимо, все-таки зима пытается в свои права вступить. Видите, какая красота. Приехали на место, где мы были последний раз, где петруху подняли. Мы же пробили только маленький кусочек этого леса. Точнее, этой дороги, которую мы наткнулись. Соответственно, не усидемши, ломанулись в первое освободившееся время пробивать дальше неугомонное. Снег навалил хорошо. Так что, что из этого выйдет, одному деду земляному известно. Лезем в лес. Так. Теперь... Самое сложное вот в таком симпатичном зимнем лесу, собственно, найти саму дорогу. Если ее в прошлый раз без снега, ну, с маленьким снегом, ни хрена видно не было, то сейчас подавно. То есть смотрим по сигналам, по черным и вообще. И иногда попадаются вот такие штучки. К сожалению, сломалась прямо в руках. Ну, ножка перегнула до оси. Но сопутка отличная. И вообще в таком, скажем так, снег-то поднавалило. Найти что-то либо сложно. Но мы попробуем. Вам же никто не запрещает. Какая чернина? Надо смотреть, что за чернина. Так, интересное явление. Летом ходите там, весной, осенью. Паутина постоянно в лицо влетает. Ну, пауков-то много в лесу. И зимой вот сейчас попалось. Так же. Так, в связи с тем, что сигналов, естественно, будет немного, вообще немного, попробуем все поснимать на камеру. Вот, допустим, в данный момент, сейчас расскажу, как все это происходит. Весьма неоднозначно. Смотрятся черные сигналы, потому что надо понимать, что там поле, а дорога шла метров 100 в глубине. Вот, нужно четко отсечь, скажем так, старую чернину от современной тракторины. Вот. И так примерно понять, где она проходила. Потому что, естественно, даже колеи нету. Тут ничего нет. Лес обновился, тут даже старых деревьев нет. Поэтому сейчас будем так вот понемножку проверять. Стал уходить совсем. Ну, бог его знает. Может, фольга глубокая. Все что угодно можно. Был у меня сейчас сигнал под березой, прям под корнями, совсем прям в центре вот дерева. Так вот. Потому что, естественно, рушить его не стал. Что-то какой-то вообще странный. Черти что. Хрен его знает. Черти что, одно из двух. Либо шмурдяк, жибонь, либо что-то старое и прикольное. А, ну и эти тоже иногда бьют. Блин, здесь, кстати, гильз до хрена. Угу. Всяких разных, разнообразных. Так что будем снимать все, что находим. Ой. Смотрите, в прошлый раз, вот сейчас их видно очень хорошо, зеленя так называемая, они идут прям полосой. И петров мы в тот раз, и капусту мы подняли, в принципе, вдоль них, вот по этой стороне. И сейчас у нас сигнал нарисовался. Во-во-во. И за шиворот. Я тоже хожу так. Я решила это, лопату. Вот нафига. Давай смотреть, что там такое. Ну, если мы сейчас еще монету вырвем здесь из-под сугробов, то это будет, конечно, вообще уникально. Так, ты едешь, в общем-то, на шару. Такие снегопады, дать мне тебя обойти-то, хо, спади. Прибор отставила. Куда ты его отставил?
Ну, вон он стоит. Сейчас дам. Уэнниг. Уэнничик. Уэнничичик. То есть по логике вещей получается, что дорога как-то шла то ли по самим зеленям этим, то ли вдоль них. Хрен поймёшь. Получается, я выкопала. Да ты его выкинула, скорее всего, уже. Точно. Было бы это то, что надо. Мы сейчас узнаем. Угу. Оно? Оно. Оно. Чего пока не вижу. Изумительно. Потому что... Значит, мы не снежные шмурдеологи. Точнее, снежные не шмурдеологи. Похоже на Николаевский формат. Да здесь что-то и петры были, и капусточка была, и вот они, эти зеленые. Их снегом придавил, но их пока еще видно. Ой, блин, оборжешься. Не поверю. Это ранний совет. Да ты че? 24-го года. Господи, вот еще есть. Знаешь, в этот период они здесь еще ходили. Еще не хватало. Ну что, 24-го года двушка. Живая или мертвая? Живая, в общем-то. Покажу. Сейчас покажу. Ну, она и глубоко была. Ай-яй-яй. Оп. Ну, в принципе, да. Рельеф есть. И слава богу. Следующий сигнал. Здесь вот на них и попадается, знаете, зеленяк и цветнина. И чернина у меня там. Возможно, что гильзач. Не похоже. Но это не точно. Снег на катушку прилипает. Будем бабахаем об деревья. Судя по тому, как прыгает, скорее всего, гильзач. Сейчас узнаем. Тем более верховой. В прошлый раз дофига здесь гильза. Да где-то в кучке, вот в ямке. Вот. В ямке вот тут. С верхушки гильз много было. А, блин. Ну чё ж она так бил? Чё там? Твёрдая фольга. От пробки. От пробки? Ага. Алкаши, ах, алкаши. Блин, а там вообще дерево было вокруг. Нет, него, ну, вот там просто по кругу. Там вот так с просто. Краю. Ладненько. Прикольно гулять по зимнему лесу. Здесь еще такой лес интересный. Здесь его можно, в принципе, прозванивать только зимой, вот в такую погоду. Потому что я так думаю, что и летом, и весной, и осенью, если бурелом и заросшее, все, вообще не пройдешь. Наверное, легенькая. Давай глянем. Заодно народ покажу. Сзади? Все время снимать у нас сзади. Ну уж как получается. Где она, твоя фольга? Где-то где. Снег усилился. А, это сильнее. К 3 часам вообще обещали сильнее снег. Ну, к 3 часам я думаю, что мы уже ориентируемся. То ли собаки лают, то ли не пойму. Опять такая же хрень. А! Клемка. Клемка. Сам себя не снимал.
неудобно, либо далеко. Сигнальчик пролетел. И копеечка. Вообще, 71-го года. Ой, цирк. Фуражки снег, а у нас глубокий сигнал, затертый, ну как всегда, 30-й год. Нежный бывает. Ну блин, из-под сугробов-то, кстати, когда же жопка нормальная. Ага, а вот теперь лег какой-то. Ну при жизни, что, потерли чувака. Снег усилился, валит, мокрые все. Дорогие, чехол я от трака дом забыл. Хера ему не будет. Идем еще метров 200. Посол как-то музык зимой за елочкой. До посадок дошли. На краю посадок сигнальчик. Опа! Ё-моё! Посымаем. Да сигналит, сигналит. Бельзачно. Хрен тебе. Чё там? Посадочки, они в авто. А, проволочка. Проволочки и елочки. Как говорится, ну вот и дождались. Все-таки пришлось уходить. Снег мокрый. Мы все насквозь. Сейчас. Мы все насквозь. О, это Люба вылезла. В принципе, находки есть, лишь мурдильеры. Обалденно. Все-таки под зимой прекращает на какое-то время наше увлекательное хобби. Но по зиме мы все равно скучаем. Делитесь видосами, ставьте пальцы. Ну и под этот чудесный снегопад. Всем пока!